Наденут ли дагестанские модницы в скором будущем индийское сари? В республике с рабочим визитом побывали представители компании Jinga Industries, специализирующейся на модной одежде из Индии. Поездка носила ознакомительный характер. Делегацию интересовали предпочтения в одежде дагестанских женщин с целью выхода на наш рынок. В отеле Абу-Даги в Махачкале гости представили индийскую и европейскую коллекции женских вечерних нарядов. Нам говорили, что здесь очень опасно. Но все-таки мы рискнули и приехали. И убедились в том, что здесь все нормально. Это прекрасный рай уголок мира. Люди здесь очень добрые. Нас приняли очень хорошо. Мы очень благодарны.